Здравствуйте! Мы находимся в вестибюле второго этажа Музея гравюры и рисунка Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Здесь развернута выставка автолитографии Василия Алексеевича Ватагина, педагога, профессора, народного художника Российской Федерации, академика Академии художеств, лауреата Сталинской премии третьей степени, а также автора многочисленных книжных иллюстраций, различных скульптур и станковых произведений. Выставка посвящена 140-летию со дня рождения художника. Родился будущий художник 1 января 1884 года по новому стилю в Москве. Уже с детства его привлекала природа, животные, птицы. Любимым занятием было рисование. И тем не менее, будущий выпускник гимназии, молодой человек, поступает на отделение естественных наук на факультета физико-математического факультета Московского университета со специализацией зоология. Как объясняет сам художник, во-первых, в кругу, в котором он вырос, было принято и необходимо получить университетское высшее образование, чтобы в дальнейшем проявить себя в каких-то делах. Во-вторых, он был не готов еще оценить свои художественные возможности и вообще не мыслил себя профессиональным художником. Но все-таки страсть его к рисованию не ослабевала. И поэтому параллельно с занятиями в университете он начинает посещать студию замечательного художника-аквалериста Николая Мартынова, затем занимается у Константина Юона. Он оформляет новые залы зоологического музея университета Московского и также готовит рисунки и иллюстрации для готовящегося зоогеографического атласа. Но как быть дальше? Чем же дальше заниматься? Вот такая была задача. Он обращается к Юону, показывая свои зоологические рисунки. И хотя Юон хвалил его свободу рисунка, композиции, но в это время, увидев зоологические рисунки, он спрашивает, а где же здесь искусство? И на самом деле это было противоречие великое. Нарисовать образ животного точно, биологически правильно, и в то же время создать художественный образ. Эта задача была непосильна и решаема даже для некоторых анималистов. Но у Ватагина постепенно сложился его индивидуальный почерк мастера анималистической иллюстрации. В фондах Ирбитского государственного музея изобразительных искусств хранятся 22 автолитографии Василия Ватагина. Большая часть из них из альбома «Рисунки в автолитографиях» 1922 года. Часть этих работ представлена на выставке. Цель данной серии литографий, по словам самого художника, изображение зверей в их формах и в движении. Автолитографии были выполнены по наброскам и этюдам, сделанным Василием Алексеевичем в Московском зоопарке и в зоологических садах и музеях Европы. Ватагина увлекала не столько форма, сколько поиски психологии животного. У зверей и птиц меня всегда привлекает выражение их разнообразных чувств и эмоций. Богатая выразительность физиономии зверей и птиц дает материал для их подлинных портретов, писал Василий Ватагин. Литографии Василий Алексеевич учился в Берлине в студии графика Капштейна. В те годы владение литографией было крайне необходимым умением. Большинство цветных иллюстраций в книжках делалось именно в этой технике. «Мне нравился, – признавался художник, – самый процесс рисунка на камне. Его приятный теплый цвет, предельная твердость его поверхности с налетом шероховатого корешка, на котором так легко ложится жирный литографский карандаш. Я предпочитаю рисовать прямо на камне, избегая переводную бумагу.
Выяснив на эскизе композицию, я выполняю на камне главные контуры и пятна светотени, на которых держится композиция. Пользуясь оттиском с основного камня, на других камнях я делаю необходимые дополнения, усиливаю, где нужно, рисунок литографским карандашом или ввожу цвет заливкой литографской гуашью. Обычно я ограничиваюсь 3 камнями при одноцветной или 4-5 камнями при цветной литографии. Весь запас наблюдений, впечатлений своих он претворяет потом в книжных своих иллюстрациях. Более 50 книг он иллюстрировал. Это были писатели Лев Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, Джек Лондон, Рэдьярд Киплинг. И он очень тщательно подходил к каждой иллюстрации. Вот, например, на протяжении 30 лет он 6 раз обращался Маугли. Он написал и иллюстрировал свою книгу, огромное пособие для художников-анималистов. После поездки в берлинский зоопарк Ватагин активно работал над изображениями обезьян, создал многочисленные рисунки и скульптуры. Художник прорисовывает подробности их мимики, вытянутые губы, круглые выразительные глаза, а также особенности фигур. Цепкие лапы, извивающиеся хвосты, гибкие тела. Одна картина не может рассказать обо всех повадках зверей. В сериях мастер создавал эпические повествования из жизни животных. Таков у него «Медвежий цикл», серии, посвященные семейству кошачьих. Как художник, я преклоняюсь перед животным миром, мощным проявлением красоты. Как биолог я признаю в животном собрата человека и преклоняюсь перед стихией животного, предшественника человека на земле. Как человек я не могу забыть огромной жертвенной роли животного в построении человеческой цивилизации. К 1908 году относятся первые опыты Ватагина в скульптуре, а уже через год он экспонирует свои скульптурные произведения на ежегодных выставках Московского товарищества художников. Много лет художник был штатным сотрудником Зоологического и Дарвиновского музеев, одним из основателей которого он по праву является. Более 400 картин и около 100 скульптур украшают залы. Интересный момент в биографии Василия Алексеевича. Почти 36 лет он носил фамилию Шереметьевский, которую унаследовал от деда. Дед в 1812 году остался сиротой и рос в воспитательном доме, который существовал за счет пожертвований графа Шереметьева. В знак благодарности дед поменял свою фамилию Петр Васильевич Ватагин на Петра Васильевича Шереметьевского. Ну, а внук решил вернуть свою фамилию, и в 1919 году Василий Алексеевич Шереметьевский стал Василием Алексеевичем Ватагиным. В 1913 году Ватагин обвенчался с дочерью художницы Антонины Леонардовны Ржевской. Это примечательный очень факт. Ржевская – одна из двух только художниц-живописцев, которая была допущена в товарищество передвижных художественных выставок. Свою картину «Веселая минутка» она представила на юбилейной выставке товарищества. И она так понравилась Третьякову, что он еще до закрытия выставки купил ее для своей картинной галереи. А следующая картина «Музыка» была куплена купцом и меценатом Иваном Петровичем Свешниковым. Сейчас эта картина находится в Музее изобразительного искусства города Нижний Тагил. Ушел из жизни Василия Алексеевича 85 лет. Похоронен в Тарусе, где и находится его мемориальный музей. Только защищая свою жизнь и жизнь детенышей, зверь нападает на человека. Зверь убивает свою жертву по необходимости, так как природа предназначила ему питаться мясом. Никакой зверь не станет мучить или убивать понапрасну свою жертву.
Только человек, потехи ради, способен истязать и мучить животных, изобретать чудовищные пытки и истреблять на войне миллионы неповинных людей. Называть эти ужасные действия зверством глубоко несправедливо и лицемерно. Эти ужасные качества как раз не свойственны зверю. К позору и бедствию человечества эти страшные свойства присущи только человеку. Доходя до крайней степени бесчеловечности, сознательной, даже идеологической жестокости, человек уподобляется не зверю, а дьяволу, как образному воплощению зла. Порой кажется, что Ватагин и нарисовал, написал, изваял всех животных всего мира, не оставив темы для других художников. Но как раз наоборот. Его искусство является вдохновением для следующего поколения художников-анималистов.